ВВС США нанесли новые авиаудары по позициям боевиков группировки «Исламское государство» в районе Багдада. За три дня выпущены 3 ракеты. В результате атак уничтожены несколько террористов, зенитные установки и 2 лодки на реке Евфрат. Судно использовались для доставки снаряжения. Еще 2 удара американские военные нанесли на северо-западные районы Эрбиля, уничтожив грузовик и огневую точку боевиков. И в общей сложности западные ВВС нанесли по боевикам 167 авиаударов.